В Одессе открыт отопительный сезон. Каких жизненно важных препаратов дождались дети и что за эсминец в Одесском порту? Последний рабочий день был полон событий, о самых главных узнаем с вами прямо сейчас. Новости на седьмом, как всегда, в это время в прямом эфире. В студии Максим Малынов. Здравствуйте. С долгами и готовностью к авариям. Сегодня в Горсовете официально заявили о начале отопительного сезона. Отчитались о подготовке, рассказали о тарифах и трудностях. Подробности об этом в сюжете Натальи Костенко. 4340 подготовленных систем центрального отопления, 138 котельных, 7 километров новых труб теплотрассы, 4 километра восстановленной изоляции и миллионы долгов. С такими показателями теплоснабжающего предприятия Одесса вошла в новый отопительный сезон. Да, долги очень большие у предприятия ТГО. На сегодняшний день это задолженность перед поставщиком газа «Накнефтегаз». Это долги перед Одесской ТЭЦ. И есть еще задолженность по кредиту банку «Надр». У «Накнефтегазу» мы должны 155 миллионов, а «Одесской ТЭЦ» – 334 миллиона. И банку «Надра» – 171 миллион. А вот долги по заработной плате сотрудникам ТГО погасили за счет горбюджета. Сейчас они устраняют повреждения на 10 участках одесских теплотрасс. Планируют справиться за 3 дня. А пока что заработали только 6 угольных котельных. Традиционно первыми потеплеют батареи в больницах, детских садах и школах. Позже станет тепло в квартирах Киевского и Суворовского районов, потом Малиновского. А вот центр почувствует отопительный сезон примерно через 2 недели. Платить будем так. Тариф для населения 16,77 – это за 1 квадратный метр, и 42 гривны за 1 куб горячей воды. Могу успокоить одесситов, что начисление будет производиться только тогда, когда реально жилой дом будет получать тепловую энергию. Кроме того, когда в квартире температура воздуха колеблется от 14 до 18 градусов тепла, вам положен перерасчет тарифа. Если умудряетесь жить при 13 и менее градусах тепла, платить за отопление вообще не обязаны. А еще в Горсовете напомнили о возможности быстро оформить субсидию. Если в ближайшее время теплом порадует погода, предоставление услуг будут регулировать. Наталья Костенко, Кристина Кондратьева, 7 канал. В Одесской облгосадминистрации откроется центр помощи бойцам АТО. Об этом сегодня заявил Михаил Саакашвили. Задача центра – найти мирную профессию для участников боевых действий, помочь им с возвращением в общество и психологической реабилитацией. Работать в центре будут одесские волонтеры, а возглавит его Ксения Алексеева, которая уже 1,5 года помогает украинской армии. Курировать новое направление будет зам Саакашвили Владимир Жмак. По словам главы региона, центр заработает в ближайшие несколько дней. Это наши лучшие люди, это действительно герои Украины, которые сделали потрясающие вещи для спасения нашей государственности, для того, чтобы враг не смог прорвать фронт и разрушить украинскую государственность. Поэтому каждый из них достоин уважения всего общества. Одесская областная детская больница получила партию препаратов, в том числе для детей, больных гемофилией. Правда, программа госзакупок здесь ни при чем. Из-за дефицита лекарств помощь уже длительное время оказывают частные лица. Подробности об этом далее в сюжете. В детской областной больнице сегодня большое событие. В медучреждение поступила партия препаратов, которых здесь традиционно не хватает. Общей стоимостью 1 350 000 гривен. Сейчас с наступлением холодов, с наступлением эпидемического периода нам в дар переданы достаточно большое количество противовирусного препарата отечественного под названием амиксин, жаропонижающие препараты, так называемые бронходилататоры, препараты, улучшающие мозговой кровоток. Очень важным для нас передача целого группы препаратов, которые помогают детям с врожденными пороками сердца, которые помогают разгрузить в случае так называемой легочной гипертензии. Ну и, конечно, бесценным совершенно является передача нам в наше пользование 8-го фактора свертывания крови, так называемый октанат. Октанат, он же фактор 8, препарат для больных гемофилии, помогающий остановить или предотвратить кровотечение. В Одесской области зарегистрированы 28 детей с таким диагнозом, из них 24 с гемофилией А, 7 в Одессе и 17 в области. По словам медиков, в городе дела с препаратом обстоят несколько лучше. Существует городская программа по гемофилии, по которой закупает городской бюджет фактор для проведения вторичной профилактики.
Поэтому фактор, который мы получили сегодня, будет распределен на детей области. Сейчас мы позазваниваемся с районами, вызовем 3-4 тяжелых пациентов, гемофиликов, и проведем здесь вторичную профилактику. Уже традиционно существует огромный дефицит препаратов. Тем же октанатом больницы обеспечены меньше, чем наполовину от потребностей. К этой партии государство также не имеет никакого отношения, а подарили люди, которые много лет помогают больнице. Говорят, не понимают, почему на уровне государства эту проблему не решают. Если мы не специалисты в закупках, не являющиеся специалистами в конкретно этих препаратах, смогли это организовать и сделать, найти какие-то ресурсы денежные свои, смогли найти поставщиков, смогли в конце концов все это привести и реализовать, значит, наверное, это может и должно сделать государство. Действительно, проблема с закупками, она существует в Украине, очень, очень большая проблема, она существует в Киеве. Выясняется, что те закупки, которые должны были произойти, даже те закупки, на которые были выделены средства, вот они не проходят. И вот так идет месяц, полгода, год, сколько уже времени идет. Просто они не проходят, и конца и края этому нету. По словам врачей, поступивших сегодня препаратов хватит примерно на 3 месяца. Александр Полуев, Валентин Мирза, 7 канал. Подпольный оружейный цех накрыли сегодня милиционеры. Одессит оборудовал мастерскую у себя в подвале. Во время обыска у него изъяли целый арсенал оружия времен Второй мировой. Множество пистолетов «Люгер», полуразобранный немецкий пулемет МГ-42 и массу деталей. Кроме того, мужчина собирал коллекцию нацистского холодного оружия и военной формы. Задержанный занимался и современными образцами. Правоохранители изъяли несколько ружей, переделанных под обрезы, и пистолеты Макарова. В настоящее время проводится дальнейший комплекс мероприятий по проверке на причастность данного оружия к различного рода преступлениям, совершенным на территории Одессы, области, а также Украины. Устанавливаются лица, которым данный гражданин продавал и изготовленное им уже оружие. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в единый реестр досудебных расследований по статье 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Дерибасовская не для всех. Чтобы преодолеть 6 кварталов и хоть куда-то попасть, Лилии Катьковой и Виктору Осипенко потребовалось 2 часа. Они нашли только одно единственное место, где можно поесть. Не обнаружили ни одного доступного туалета, аптеки, банка, супермаркета, бутика и кафе. Специальный репортаж Юлии Федоровой. На прогулку по улице Дерибасовской отправляемся с Лилией Катьковой и Виктором Осипенко. Первое препятствие встречаем почти сразу. Разбитый пандус на углу Греческой. Заехать на него можно только, если кто-то сзади подтолкнет коляску. Ищем, где можно выпить кофе в тепле. Объезжаем закрытые заведения на уличной ярмарке. Въездов для колясочников нигде нет. Выпить чашечку кофе будем. Многочисленные ямы отдаются болезненными толчками в спину. Колеса постоянно попадают в кочки. Эти преграды с трудом, но даются. А вот такие пандусы просто опасны для жизни. Вот эта выбоина у меня под левое колесо помешает. Я должен буду подскочить передним колесом, чтобы проскочить эту яму. Едем дальше. На углу Дерибасовской и Красного переулка супермаркет косметики и бытовой химии. Для наших героев он недоступен. Барьеры в каждом здании. Мы останемся без косметики. По дороге встречаем Артура. В инвалидном кресле он всего 1,5 года. И к недоступному городу пока еще не привык. Говорит, что полностью зависит от незнакомых людей. А я прошу, вот, чтобы вот даже вот в таких местах, чтобы поднимали меня. Только так. Если нету никого, сами сидишь, ждешь, пока кто-то будет проходить, поможет. Торговый центр «Европа». Здесь хоть и есть пандус, но он бесполезен. Крутой подъем и ни одного поручня. Сохраняя баланс тела, надо как-то попасть сюда. Вот. А теперь я чувствую, что мне перехватить руку с физических сил нет. Рядом бутик. Лилия Катькова и Виктор Осипенко сюда не ходят. А даже если бы и захотели, то все равно не смогли. Просто поднимается коляска, и задираются же колеса, и человек переворачивается. Следующий пункт нашего маршрута – аптека через дорогу. Ступенька и узкая дверь. Сюда можно разве что запрыгнуть на коляске, цепляясь за дверь.
Рядом книжный магазин. У входа одни ступеньки, внутри другие. Не купим мы здесь книжку. Поворачиваем на Лонжероновскую. Виктор пытается одолеть пешеходную зону. Одной рукой держится за ограду, другой старается вырулить. О, колесо висит, да. Вот видите, я как-то оказался в такой неприятной ситуации. Следующий перекресток на Решелевской. Прямо на пандусе припаркована иномарка. Водителя нет. Попадаем в тупик. Мой пандус закрыт. Чтобы попасть на тротуар, Лилия и Виктор вынуждены искать лазейку, протискиваясь среди припаркованных автомобилей. Немножко царапать машину не виноватую. Эти тоже не хотелось. Подъезжаем к археологическому музею. Здесь десятки ступеней с обеих сторон здания. Шансов увидеть экспозицию нет. Приходится искусство приносить в жертву. Для передвижения по городу на коляске людям с ограниченными физическими возможностями приходится заранее продумывать свой маршрут. Но нет никаких гарантий, что пандус или проезд не займет очередной водитель, для которого не существует правил дорожного движения. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал. Но пока инвалиды преодолевают препятствия, Альянс продолжает преподносить неприятные сюрпризы своим инвесторам. На этот раз не повезло жильцам домов по улице Высоцкого, 13-15. В июне владельцам 8 квартир пришли уведомления из банка. Оказалось, их недвижимость под залогом и подлежит изъятию. Дело уже рассматривает суд. Они купили свои квартиры несколько лет назад. Обжились, сделали ремонт, кто-то родил детей. А этим летом банк прислал 8 жильцам многоквартирного дома по улице Высоцкого, 13-15, уведомление. Квартиры подлежат изъятию. Оказывается, обанкротившаяся стройфирма «Альянс» заложила их еще на стадии строительства. Мы заключили эти договора, получили права в собственности, вступили в права в собственности. 5 лет живем в этих квартирах, сделали ремонты, оплачиваем коммунальные услуги. Мы являемся порядочными покупателями. Чеки все вот у нас есть, вот у людей, кто приобрел квартиры, все чеки в наличии. То есть доказать то, что мы являемся порядочными покупателями, мы можем. Люди напуганы, и опасаться есть чего. Дело уже в Суворовском суде. В 30-х числах сентября было первое заседание. Очень просим вас, помогите нам, помогите, не дайте им завладеть нашим имуществом, нашими квартирами, не дайте наших деток и нас выбросить на улицу. Правозащитник Ольга Русева проблемы жильцов Альянса знает как свои. Она с 2009 года помогает людям, пострадавшим от нерадивого застройщика. Уверяет, проблема по Высоцкого 13-15 решаема. Просто эти жильцы спохватились позже, чем их коллеги по несчастью, и отстали от общей массы судебных разбирательств. Защитная программа уже выработана в отношении этих людей. Можно сказать, что все органы власти привлечены к этой проблеме. Есть выигранные дела во всех трех инстанциях и в высшем специализированном суде. Но есть и в Верховном суде уже устоявшиеся решения. Основной совет пострадавшим – подавать в суд о признании ипотеки недействительной. В помощь вам – тернистый опыт тех, кто эту проблему уже преодолел. И поддержка инициативной группы. Сергей Бандур, Олеся Повар, Сергей Чумаков, Алексей Барановский, 7 канал. Героям предыдущего сюжета, наверное, нет времени думать про праздники, но сегодня Всемирный день почты, и школьники написали послание для воинов АТО. Более 100 писем дети отправили в Восточную Украину, а прочитать детские открытки бойцы смогут в начале следующей недели. Усім воїнам АТО присвячується. Війна – це страшенне поняття. Вона пропитана кров'ю, потом та сльозами. Вона схопила у полон сотні душ українських юнаків, чиї матері назавжди загубили сенс цього життя. Я знаю, що служба твоя нелегка, але дуже важлива для всієї країни. Думаю, що ти сильний і сміливий. Зараз тобі важко, і ти ризикуєш власним життям, воюєш, не шкодуючи своїх сил. Большое тебе, солдат, спасибо за те, що ти воюєш, борешся, получаєш ранення, но не здаєшся. Рискуя своєю життю, ти даріш нам мирну, спокійну і тиху життя. Ми одно ціле. Ми діти нашої родини, своєї України. Вона наша мать. Вона зараз больна, тяжело больна. І тільки від нас, від нашого уходу за нею, зависить, буде ли вона жива і здорова.
Они только с виду дети. Мысли у них совсем взрослые. Школьники понимают, что такое война, и признаются в любви Украине. Свой позитив с помощью писем пытаются передать воинам АТО через сотрудников Укрпочты. Акция «Напиши листа в зону АТО» тривает, начиная от сегодняшнего дня, и будет тривать до 31 грудня. Я уверен, что акция будет продолжена также и после 31 грудня. Наша задача была не только для детей, а еще чтобы эти письма были написаны в семьях. Дети принесли те письма, которые они обговорили, обсудили в доме. Очень важно, чтобы это было семейное дело. Мы большая семья, школа, большая семья наша страна. Звичайно, дивлячись на безпосередньо на листи, читаючи ці теплі слова, згадуєш про рідну домівку, про рідну маму, про дітей, які сьогодні знаходяться поряд з нами в цей момент через ці листи. Школьники написали более 100 писем. После сортировки их отправят на восток. В начале следующей недели послания от детей смогут прочитать украинские бойцы. Они днем и ночью защищают нас. Им очень трудно, я хотела их поддержать морально. Люблю Украину и думаю, она самая-самая лучшая страна. И там обитают самые-самые хорошие люди и хорошая нация. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, 7 канал. В Одесском порту пришвартовался американский ракетный эсминец. Сейчас он расположился у нового причала карантинного мола. Портер принимал участие в иракской войне 2003 года и антипиратской операции в районе Сомали. На борту корабля экипаж из 337 человек. Эсминец построили в 1998 году прошлого столетия. Портер располагает спусковыми установками, которые позволяют вести стрельбу различными видами ракет – крылатыми, зенитными и противолодочными. А радар эсминца может видеть цели на расстоянии до 320 километров. Корабль пробудет у нас несколько дней. Долгожданные цены. 5 гривен в час в городе и 8 гривен в прибрежной зоне. Такие тарифы на парковку были утверждены в ходе общественных слушаний в пятницу. Операторы парковок на такие условия согласились спокойно. Вот почему, расскажет наш корреспондент Дмитрий Колцун. Общественные слушания по установке платы за парковку в мэрии проходят вяло. В зале лишь причастные и те, кто в теме. Суть проста. Прежнее решение о тарифах 2011 года из-за процедурных нарушений в прошлом году отменил суд. Поэтому новое – это лишь повторение старого. Хотя оно уже не соответствует экономическим реалиям. Расчеты были выполнены в начале года. Мы не закладывали в расчет, не учитывали инфляционную составляющую. Мы не учитывали финансовые затраты, связанные с тем, что на некоторые вещи, очевидно, придется брать кредит. Все эти вещи мы оставили по согласованию с департаментом и коммунальным предприятием за скобками. В соответствии с этим мы рекомендовали 6,8 гривен. Ну, все остальное – это уже вопросы департамента и парксервиса. Но даже такие заниженные тарифы на парковку было решено снизить еще на 1 гривну. В результате 5 гривен в час в городе и 8 в прибрежной зоне. Общественные слушания полностью поддержали эту инициативу. Согласен с Хаскиным Георгием Владимировичем, который говорит, действительно, не все нормы прописаны в законодательстве. Есть тяжелая экономическая ситуация. Мы считаем, что экономически правильным и достаточным для работы будет 5 гривен на данный момент. Мы так считаем, 5 гривен на отведенных парковочных площадках. Что будет дальше, мы будем смотреть, как говорится, в Одессе. Как при таких низких тарифах привлечь инвестора в эту отрасль и закупить недостающие для города 90 паркоматов по цене 60 тысяч гривен каждый, в парк-сервисе решили подумать уже после выборов. А решение о тарифах теперь осталось утвердить лишь на исполкоме. Дмитрий Колцун, Сергей Чумаков, 7 канал. В Одессе стартовала всеукраинская регата «Дружба». Это традиционное для нашего города трехдневное соревнование. Закрывает гоночный сезон этого года в классе яхт СБ-20. Вышла в море, конечно же, и наша съемочная группа. Соленый морской ветер в парусах, холодные брызги в лицо – быстрые яхты и море адреналина. Это на акватории Одесского залива стартовала парусная регата «Дружба». В течение трех дней 7 экипажей должны пройти 10 гонок, чтобы определить сильнейшего в своем классе. Яхтсмен из Киева Сергей Елов в этом году участвовал в чемпионате мира по парусному спорту. Специально ради сегодняшней регаты вез свою яхту почти 500 километров из столицы в Одессу. Несмотря на большой опыт, перед стартом волнуется.
Любая гонка – это определенное волнение, требует от всего экипажа быть сосредоточенным, подготовленным, забыть на берегу все проблемы и идти в гонку с настроем на победу. На берегу инструктаж для экипажей и брифинг. Для неопытных – краткий ликбез по особенностям соревнований. В данном случае это абсолютно идентичная яхта. Есть единый мировой стандарт. Они друг от друга не отличаются ни на миллиметр. Более того, очень жесткие требования к весу экипажа. И экипаж тоже взвешивается. У них абсолютно равные технические шансы на победу. И разные только шансы, связанные с мастерством экипажа и с каким-то спортивным ведением. Дальше в море, на пару километров от берега. Холодно, ветрено, собирается дождь. Как выяснилось, это идеальная погода для яхтсменов. Устанавливают трассу из больших цветных поплавков. Сложность в том, что на первый разворот им придется идти против ветра. Установщик один, ты в точке. Установщик один, ты в точке. Выставляете знак номер один и 1А. Это сложный технический вид спорта, и в гонке нужно учесть много-много всяческих моментов. То есть нужно настроить лодку, нужно настроить паруса, нужно настроить мачту, нужно экипажу разобраться в том, какой категории дует ветер для того, чтобы победить. 4, 3, 2, 1, сигнал индивидуальный. Несмотря на прохладную погоду, соревновательный азарт горячит спортсменов. Они даже судейскую яхту подрезают. У этих парней еще 3 старта, а дальше насыщенные соревновательные выходные. Сегодня спортсмены продемонстрировали нам высокое искусство владения парусом и, конечно же, несгибаемую волю к победе. А желали им попутного ветра Сергей Бандур, Андрей Кульба и весь 7 канал. Поскольку подготовка к отопительному сезону уже началась, служба пожарной безопасности проверяет дома с печным отоплением. В основном печками пользуются люди в возрасте. Для них сотрудники ГСЧС и проводят инструктаж. Они напоминают, что нужно регулярно очищать дымоход, не сушить белье над печкой и не хранить поблизости горючие материалы. Вам даем вот такую вот шорку. Здесь как соблюдать правила пожарной безопасности. Ну, мы ходим к таким людям, которые одинокие, в возрасте, которые забывают, что-то оставляют возле печки или оставляют электроприборы. И мы им напоминаем правила пожарной безопасности для того, чтобы избежать в дальнейшем пожаров. Ну а еще служба пожарной безопасности просит одесситов быть осторожными. Часто под видом разных служб приходят аферисты. Поэтому лучше свяжитесь с социальным работником или с самим ведомством. Праздник совершенства. Во многих странах мира каждую вторую пятницу октября отмечают День яйца. Этот совершенный по своим свойствам продукт незаменим в приготовлении пищи. Он содержит полезные витамины и элементы. Но ученые приписывают яйцу и более важную функцию. Без этого изобретения природы не было бы людей. Почему? Узнавала Татьяна Милинко. На первый взгляд это обычная яичница, самое легкое в приготовлении блюда. Но только специалист видит здесь полный набор необходимых человеку витаминов, кислот и элементов. Яйца очень полезный продукт, об этом знают все. Очень многие боятся в них плохого холестерина. Это не совсем правильно. Даже для людей, у которых высокий холестерин, можно кушать до 2-3 яиц в неделю. Яйца используют в приготовлении более 1000 блюд. Содержащиеся в них вещества препятствуют образованию катаракты, укрепляют кости и суставы, стимулируют иммунную систему. Это единственный продукт, который полностью усваивается организмом. Самое главное правило в употреблении яиц – не кушать их сырыми или, там, допустим, плохо термически обработанными. Это большой риск отравления, заражения сальмонеллезом. Об этом нужно знать. И очень важно, даже перед тем, как вы варите яйца, их сначала помыть. Благодаря уникальным свойствам и совершенной форме яйцу решили однажды посвятить целый праздник. Его отмечают каждую вторую пятницу октября. Оно самодостаточно. Это такое произведение природы, которое совершенно во всех отношениях. Вот минимальный набор яиц разных птиц. Его можно увидеть в одесском зоопарке. Гусиные яйца, утиные яйца. Здесь есть и самое большое яйцо африканского страуса, и одно из самых маленьких – перепелиное.
можно сравнить, насколько разные бывают яйца, да, вот какое-то голубиное яйцо или яйцо журавля. Почти все они годятся в пищу. Несъедобны только яйца диких птиц. В зоопарке они служат для продолжения рода. А в природе будущее потомство пернатых можно и не заметить. В каких-то пещерках, вот где-то под корнями, то есть в темном и защищенном от посторонних глаз месте. Природа помогает диким птицам маскировать скорлупу под место обитания. Особенно это характерно вот для куличков. Нужно внимательно смотреть под ноги. Такие птицы гнездятся в наших краях. У куликов все яйца примерно такой окраски. Вот, поэтому и они, кулики, гнездятся совершенно ну, вот на побережье там, моря, лиманов, на песчаных косах, островах. Вот, и без всякой... Поэтому вот эти, если там у куликов, они обычно несут 4 яйца, если эти яйца лежат в гнезде, то они совершенно сливаются с фоном. Несмотря на внешнюю хрупкость, скорлупы – это очень прочный материал. Например, яйцо страуса выдерживает вес до 100 килограммов. А если верить ученым, то и нас не было бы, если бы не яйцо. Яйцо – это величайшее изобретение природы. Если бы природа не изобрела яйцо, то и нас бы с вами не было. Почему? Потому что именно вот это приспособление дало возможность животным выйти на сушу. Для освоения в таком историческом масштабе, эволюционном смысле, для освоения суши нужно было яйцо. Его совершенная форма вдохновляла и многих творцов. Например, знаменитые яйца Фаберже. Карл и ювелиры его фирмы создали первое яйцо в конце 19 века. Это был подарок. Всемирный день яйца все отмечают по-разному. Философы спорят о том, что было раньше, яйцо или курица. Американцы, например, готовят рекордный омлет. В нашей стране об этом дне почти и не знали до сих пор. Теперь можно и отметить, например, отварив яйцо вкрутую или по-праздничному сделать пашот. Татьяна Милимко, Кристина Кондратьева, Алексей Филиппов. 7 канал. Это не совсем то, чем может показаться. Они пели, танцевали и кричали, а еще раскладывали камни, играли в теннис и надевали маски. Одесские перформеры устроили необычное представление в самом центре города. Своими действиями всколыхнули жильцов, прохожих, сотрудников арт-центра и нашу съемочную группу. А более чем необычное мероприятие, необычный сюжет Юлии Федоровой. Они раскладывают карематы, садятся в круг и молчат. После достают календари, отрывают страницы и аккуратно раскладывают их на асфальте, прикрывая камнями. Часть кладут под ноги прохожим и зрителям. Это не секта и не тайное общество. Это участники театра танца «Увимкнени» со своим новым проектом. Я понимаю, что это попытка упорядочить хаос, в котором мы живем. Хотя это выглядит весьма хаотично. Возникает какое-то ощущение какой-то особенной миссии собственной. Дальше заходим в здание на Бунина 12. Участники перформанса толпятся в узких коридорах, толкают друг друга и зрителей и что-то кричат. Человек сам себе только чувственно. Из помещения арт-центра мы попадаем в нежилой двор. Здесь стройматериалы, тачки, доски, всякий инвентарь. Участники действа ложатся на скамейки и на пол, прислоняются к стенам и обнимают водосточные трубы, передвигают предметы и при этом молчат. Что все это значит, рассказывают уже после. Это попытка почувствовать окружающую среду, либо через прикосновение рук, прикосновение тела, либо через просто взгляд из той точки, в которой ты стоишь, в том состоянии, в котором ты стоишь. И каждый момент времени, и каждый раз даже подходя к одной и той же вещи, к одному и тому же месту, это по-разному. Дальше они отправляются в подъезд, увлекая за собой зрителей. Выходят на улицу и снова попадают в помещение арт-центра, уже с другой стороны. Здесь начинается увлекательное и странное путешествие по кабинетам и коридорам. Мы в какой-то момент стали этим зданием, стали этими стенами, стали мыслями этого дома. Начинаешь ощущать мир через этот объект, как бы он ощутил этот мир, окружающий его. Это очень, как бы, мозголомательно. То есть мозг сдается и не может понять, что вообще происходит. И тут проблеск восприятия. И вот это чистое восприятие, это чистый креатив. Вот то, зачем я, собственно говоря, сюда пришел. Зрители
зритель становится и наблюдателем, и участником. Организатор перформанса Марина Лымарь, балетмейстер, режиссер, импровизатор. Она называет это искусством вовлечения. Нам очень хочется исследовать собственное тело, его взаимоотношения с пространством, со временем. Это и провокация, и вызов. По словам участников, для каждого этот проект – возможность почувствовать и открыть в себе что-то новое. Я твой сахарный пакет, я без соли, без перца, ты храни меня. Завершается все в темной комнате. Здесь и зрители, и участники надевают маски и ищут друг друга на ощупь. Чтобы создать этот проект, участники театра танца потратили 80 часов. И говорят, что все это стоило потраченного времени. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал. Ну вот на такой почти фантастической ноте и заканчиваем последний на этой рабочей неделе информационный выпуск. Напоминаю, что в онлайн-режиме новости постоянно обновляются на наших интернет-ресурсах. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, заметили что-нибудь необычное, звоните в нашу редакцию 726-32-26. Я вам желаю хороших выходных и вместе с вами верю, что будет хорошая погода. Увидимся в понедельник. Счастливо!